Здравствуйте, дорогие любители годных SEO. TrigMine – проект, который представляет нам самое лучшее решение email-маркетинга. Итак, давайте начнем рассмотрение данного сайта. Что же мы видим? 5 дней до конца пресейла. Он закончится 30 апреля. Мы видим, что SoftCup собран пресейла, и почти половина собрана хардкапа. Далее мы можем поучаствовать. Видим ссылки на white paper и прочее. Есть оценки от данных ICO трекеров, СМИ, которые писали о данном проекте, также ссылки на Bitcoin Talk, на Medium, на Reddit и на социальные сети. Что такое TrigMine? TrigMine – это очень яркий сайт. Это интеллектуальная система email-маркетинга, основанная на блокчейн-технологии и смарт-контракте. Как это работает? Так, мы видим здесь смарт-контракт, email-маркетинг и artificial intelligence, что в переводе с английского означает искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект будет помогать данному проекту использовать email маркетинг. Так, далее рассмотрим ценности для тех, кто имеет бизнес. Переведи свой бизнес в игровой режим. Участвуй в email революции искусственного интеллекта. И это для криптоэнтузиастов, это для тех, кто владеет бизнесом. А для традиционных вкладчиков, короче, будь в тренде. Так вот, здесь мы видим видео и довольно странный роудмэп, который я, если честно, не очень понимаю. А, ну здесь типа в трех разных сферах сразу идет токен сейл, блокчейн и продукт. И это все идет одновременно, и сейчас мы как раз находимся вот здесь, вот в данном промежутке, и сейчас идет очень много всяких разработок. Далее экосистема. Здесь у нас представлена схема платформы, с которыми сотрудничает данный проект, медиа, то есть СМИ, которые писали о данном проекте, бонусы, токен distribution, то есть распределение, адвайзеры, далее команда разработчиков. Мы видим, что это российские разработчики, скорее всего, ну или по крайней мере СНГ. Далее документы, большие ивенты, которые будут проходить. И также внизу мы видим правила пользования, политику приватности, ссылки на социальные сети, которые вы также найдете в описании, и их email. Что я могу сказать? Проект интересный, проект довольно свежий, в том плане, что я не видел подобных ему. Я могу еще сказать, что сейчас email-маркетинг работает, может быть, и более-менее неплохо, но точно не так, как он мог бы работать с использованием искусственного интеллекта и жесткого там какого-нибудь таргетинга. Так вот, данный проект, мне кажется, поможет решить эту проблему. И, возможно, мы еще встретимся с вами в других видео по данному проекту, посмотрим, что как,
А на этом, я думаю, можно заканчивать. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.